Это стихотворение я люблю читать, когда вот дело происходит в ресторанах или вот в таких, на таких мероприятиях, которым сопутствует вкусная еда. Вениамин Ленский, украинский поэт, пишет так. Шумел прибой, матросы пели, полз краб по влажному песку. Мы с вами, милочка, сидели, вы мне напомнили треску. И продолжает. Не обижайтесь, вы прекрасны, вы пахли сладостной водой, и были губы ваши страстны, и грудь вздымалась бастурмой. Это, пожалуй, самое такое вкусное описание женской красоты, которое я когда-либо встречал. И поскольку я в тот момент был более голодным, чем господин Ленский, мой стишок получился подлиннее. Шумел камыш, матросы пили, а боцман дрых без задних ног. Вы пахли, словно чехохбили, и я не в шутку за него. Ваш ясный взор светлее лазури, достоин лермонтовских строк. Я называл вас хачапури, и лучше выдумать не мог. Ах, этот запах милый, тонкий, ни с чем не спутать на земле. А ваши рульки и бульонки, грудинка, окорок, филе. Я нежно гладил ваше сало, от чувств дрожа, как холодец. Мой возбужденный оковалок призывно ткнулся в ваш кострец. Я целовал вас в выступлении, и сердце нежностью свело. Я тискал мягкие пельмени, лобзал корейку и седло. Вы стали мне дороже музы, я б не отдал за миллион голяшки ваши и огузок, маслы, загривок и миньон. Ваш милый образ не разрушит разлуки долгая метель, ведь я любил всю вашу тушу, роняя слюни на постель. Спасибо.